Он букет подарил, ты можешь нормально водопроводчик сделать. Нет, знаете, я не... наверное, так у меня вот другие условия, у меня другие условия. Вещи. Условия был другие. Такой замечательный фильм, старинный, начало 20 века, «Праздник Святого Йоргена», где там главный герой признается в огромном зале, что да, он украл там какие-то деньги, ему кричат: «Ты вор, ты вор!» А он говорит: «А вы не воры?» И бросает эти деньги в зал, и люди бросаются, эти деньги ищут. Вот понимаете, здесь вопрос ведь в чем? Он, да, он вор профессиональный. Люди все в какой-то ситуации, может быть, поведут себя некрасиво, но это не значит, что все люди воры. И в этом все дело. Нельзя проводить однозначную параллель. Так же и здесь. Одно дело, простите, эскорт-услуги, назовем это мягко, а другое дело девушка, которая получает букет на...